сподвигло тебя заниматься музыкой и как ты начинала свою карьеру? Да, доброе время суток. Я начинала свою карьеру, ну, я не знаю, если это слово «карьера» называется, я случайно начала ее. А музыкой я занимаюсь с детства. Я случайно запела просто. И сам случай? Все очень просто. Я в маленькой группе из меня и еще одного человека занималась аранжировкой музыки для футбола, перекладывала гитару, фортепиано и больше ничего. И так мы выступали и зарабатывали денежки на детский дом, на праздник. Вот. В общем, солист не пришел, мне пришлось что-то делать, думать, что делать, а его заперли в квартире друзья и уехали в Москву. Они не заперли, они ушли и уехали в Москву, увезли ключи. Вот. А я, значит, что? Я слышу это все по телефону, да, прекрасно, прекрасно. Вот. Сажусь и думаю, что мне делать? Взяла сумку, у меня лежал томик стихов, я взяла 3 стиха, потом написала еще немножко текст. Там были на английском, я, соответственно, еще на английском ничего не написала. Вот и думаю, вот теперь я попробую написать песни. Интересно, как они пишутся. Ну, в общем, соответственно, все начала делать это. Вот, прихожу, и мне говорят, что аппаратура не работает, она сломана. И я, соответственно, вижу фортепиано, начинаю садить сюда. И тут, конечно, я и постаралась громко петь, так получился мой голос. Так, в своем творчестве вы смешиваете множество стилей. Это джаз, блюз, рок. Я не намерена это делать. Это случайность. Я поэтому даже не знаю, как я себя причисляю, если ваш вопрос, то я понятия не имею. Я просто пишу какую-то музыку, которая приходит мне в голову. Ну, говорят, что это джаз-рок в основном, чтобы просто поместить туда все, что я делаю. Но я не знаю. А есть ли какие-то коллективы, которые повлияли на твое творчество и восприятие музыки? Поскольку я все начала делать случайно, то первая песня написала просто так, как я чувствую. Образование у меня музыкальное классическое, поэтому я думаю, что сильно-сильно так, чтобы я знала, какого нет, что это повлияло. Нет такого. Просто от себя. А слушала я, как любой человек, музыку, я думаю, с детства, всю, которую я слушала. Ну и любила, не знаю. Холлида я в детстве любила, Гузара мне нравится и еще, наверное, какие-то группы Баухауса. А за короткий промежуток времени ты стала одной из самых обсуждаемых на альтернативной сцене. С чем ты сама это можешь объяснить? Почему так вышло? Мне кажется, это... не знаю, но думала, тоже вообще интересно. Но я думала, что дело в том, что я занималась тем, что мне нравится, случилось это абсолютно спонтанно и продолжается в таком же стиле, я вас уверяю. Вот, то есть, ну, конечно, я трачу много времени на гастроли, концерты, записи какие-то там, музыки посвящаю, я съездила времени много. Но для меня это просто был такой топ. Стала писать песни, они музыку там любили, грубо говоря. Стала петь. Популярно, наверное, потому что случайно сердце, на самом деле, неконъюнктурное у меня творчество, делаю, что хочу. А вот с Артемием Троицким у вас так получилось, что он о тебе очень много говорит. Ты отправляла ему какой-то материал или он сам узнал о тебе? Ну, вот такой Артемий. Он такой, ладно. Он хороший, конечно. Да. А каким ты видишь свой проект через 10 лет? И видишь ли ты его вообще там? Или вот эта спонтанность так и продолжается? Я не загадываю. Я не загадываю, но музыку я пишу, писала, что-то будет дальше. Сейчас много времени я буду посвящать этому. Потом давайте определимся на своем 20 с небольшим, я думаю, обоим, да? Будут дети, вы думаете, еще что-то. Но я не планирую бросать даже на этот период, что-то делать. Ну, посмотрим. Ты жизнь музыка, да? Да, я... Не, вот как. Я точно буду делать это. А модельная карьера в прошлом или еще какие-то есть желания вернуться туда? Ну, на самом деле, нет, желания особо именно вернуться нет. Но я никогда этим серьезно не занималась. Скорее такое фуфан изучение. И я думаю, что когда меня приглашают что-то делать связанное с модой, показывать одежду и фотографироваться, да, и так далее. Мне всегда это интересно. Любая работа, когда ее немного, может приносить на удовольствие. Но я как-то музыке больше. И еще такой
Предпоследний вопрос. На концерте сегодня, так же как в Москве, ты продаешь DVD-диски с живым выступлением. Вот. Почему ты решила продавать именно на концерте, а не в магазине? И можно будет ли их приобрести где-то, те, кто не успел попасть сюда? Вопрос по музею. Я на самом деле не знаю, но я думаю, что решение это верное в причине того, чтобы они получили концерт побольше. Вот. И заодно еще и риск. Мне кажется, когда все вместе много хорошего, это прекрасно. А по поводу того, что сегодня будет... Подождите, московский, в смысле, вы имеете концерт, который будет потом? Да. Да, да. Сегодня будет и в Москве. А я... Хотела бы, конечно, чтобы потом эти диски тоже продавались. Наверное, просто тираж сейчас такой. Если будет интересно, будет тираж больше. Но я думаю, что все будет. Он очень круто сделан. Я хочу себе даже домой. У вас много дисков дома? Достаточно. Смотрите, да? У меня только у молодого человека очень много дисков. А у меня... Ну, в смысле, в доме, поэтому есть диски. А у меня... От меня там, по-моему, нет вообще ничего, кроме моего альбома. Чудесного. Несколько копий. Потому что я не хранительница. У меня очень много было классических дисков Сейчас как-то так, и спокойно к этому. Всегда можно послушать в интернете, на мой взгляд. Тем более, что у моего любимого масса музыки тоже в том числе. Вот, а... Так, я забыла. Ну вот, диск, да, я просто хочу себе этот DVD. Он очень красивый. Очень красивый, и я, насколько помню, концерт, который, собственно, там лайвом записан. Нормальный такой концерт, я там милая такая девчонка. Это элемент моего стиля, такая немножко, ну, я как есть, так и есть. А, там, в том числе, и мне кажется, приятно даже смотреть. То есть со стороны я, все мило. Такая, немножко, где-то такая, ух, какая смешная, или что-то еще, или танцую весело там, и так далее. Ну, и, соответственно, пою я, как я это делаю, и все это там есть. Все в порядке, его надо брать. Напоследок пожелания поклонникам своим. Нет, я не то чтобы пожелания, что же я буду научать кого-то. Просто всем как можно побольше хороших дней, счастья, хорошего настроения. И чего-нибудь такого у нас. И, наверное, желать. Аня, спасибо.